Как дела? Герцоги Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл решили сложить с себя королевские полномочия в пользу более независимой жизни. Что, в принципе, не оказалось для меня удивительным. Я уже долго ждала этого момента, потому что реально затравила пресса и общество Англии. Это все развивалось как раз-таки на моих глазах. И я это действительно видела. Ничего особенного такого из ряда вон выходящего она не делала, но ее всегда во всем обвиняли в том, что она нарушила протокол, не так улыбнулась, не так оголила свои плечи, ходит в черном, на виду у всех проявляет свои чувства к принцу Гарри и так далее. И зная о том, как Гарри бережно относится к Меган, и о том, как он очень сожалеет, что его мать, принцессу Диану, вот так вот пресса затравила, в результате чего она и погибла, принц Гарри не захотел, видимо, продолжения истории с таким вот финалом и решил уберечь свою жену и ребенка от травли СМИ, от травли общества. Пока я жила в Лондоне, я видела, как принцу Гарри было некомфортно следовать за Кембриджами, когда он был один. Везде как хвостик за ними уплетался и ходил на такие вот всякие мероприятия, благотворительные, королевские и так далее, третьим. И был как бы лишним на этом празднике жизни. И вот когда он встретил Меган, вся его жизнь полностью перевернулась. Я личными глазами видела, как он стал более счастливым, засиял радостью и счастьем. И я очень сильно желала им добра, счастья вместе с Меган. Ничего плохого в том, что она, люди говорят, gold digger, золотокопатель, то есть в поисках лучшей жизни, в поисках золота и бриллианта. Нет, девчонка, может быть, конечно, и хочется лучшей жизни, но видно, что и она любит Гарри. Да, может быть, она все-таки играет большую часть своей роли, но главное, что Гарри счастлив, и это очень сильно видно и заметно, когда вот они присутствуют в обществе. Я встречала их несколько раз только за 2 года их общественной жизни, и вот сегодня рассказ о том, где я их встречала и что я видела. Итак, впервые я встретила Гарри и Меган на их собственной свадьбе. Это было 19 мая 2018 года. Я помню, в то утро пришлось очень рано встать, часов в 5 утра, чтобы добраться до вокзала Паддингтон. И в 6 утра я еле-еле уселась в поезд, потому что все поезда были забиты лондонцами, которые следовали в Виндзор. Свадьба проходила в церкви Сан-Джордж Виндзорского замка. Толпы народу следовали в этот день в Виндзор со всех городков Великобритании. Я приехала туда в районе 7:30 и уже потихонечку пробиралась искать место, откуда я буду снимать проезжающую карету. Потому что я понимала, к самой церкви мне не попасть. И только ради того свадебного проезда молодоженов все в основном зрители и собирались. Основная масса людей собиралась на главной дороге, которая ведет к Виндзорскому замку, а я с противоположной стороны, откуда они выезжали, и потом они уже ехали по этой дороге. То есть я могла снять карету, когда они проезжали, что я в принципе и сделала. И потом, когда они завернули и проехали по главной дороге в Виндзорский замок обратно, там я тоже уже успела перепрыгнуть через забор, пробежать немножко, и уже издалека сквозь толпу поснимала несколько фотографий, видео у меня есть. Вот посмотрите, как это все проходило. Woo!
Конечно, в тот день мне пришлось стоять около 5-6 часов, пока шли все приготовления, а у меня горели экзамены, я должна была учить в это время. Я брала с собой все лекции и просто стояла и читала. Маркетинг, что-то там, ритейл и так далее. Ну и дождалась наконец-то этого момента, а потом, после этого, когда все действие закончилось, вся огромная масса людей поспешила к вокзалу. И там реально вот спасибо организаторам, которые все это вот продумывают, дозированно запускали в поезда и отправляли. Видимо, поездов пустили намного больше и прямо пачками отправляли всех нас обратно, кого в Лондон, кого еще дальше куда-нибудь, по всей Великобритании. Следующее мероприятие, где появились Гарри и Меган, был уже парад в честь королевского дня рождения, который проходит в середине июня. О нем я буду рассказывать попозже, ближе к июню. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить все важные события британской и королевской жизни. Так вот, на этом параде мы впервые уже увидели Меган и Гарри как супружескую пару, которая ехала уже во второй карете после Кейт с Камиллой вместе в одной карете, потому что принц Чарльз и принц Уильям следуют за королевой на конях. А принц Гарри с Меган уже ехали во второй в отдельной карете, как молодожены, и у Меган было такое натурального цвета платье, ну, немножко розоватого такого, с открытыми плечами, после чего ее все абсолютно британцы заругали за то, что на королевские мероприятия нельзя открывать плечи. Ну, если это по протоколу, то почему тогда пропустили этот момент ее стилисты? Это все настолько неважно. Главное, что люди любят друг друга, и что они нашли друг друга, и принц Гарри счастлив. После парада королевская семья возвращается и выходит на балкон Букингемского дворца, где вот как раз в этот момент их, в принципе, и не было видно, ни Гарри, ни Меган. Очень-очень далеко их поставили, прямо за королевой и еще за какими-то людьми. Мы практически их и не увидели. Видимо, их наказали за то, что Меган была с оголенными плечами. После чего, опять же таки, на столетие RAF, Royal Air Force, то есть на параде представления различных самолетов, вертолетов, где королевская семья тоже стояла на балконе Букингемского дворца и встречала всех. Меган была в черном наряде от Диора. Наряд выглядел, конечно, шикарно, но опять же таки люди ее заругали. Как будто бы черная вдова, говорили они. Зачем надевать черное на праздничное мероприятие? Ну, нравится Меган черный цвет. Ну, что вы сделаете? Ей он просто очень идет. Она выглядит в нем шикарно. Почему нет? Тоже заругали, забили, забанили. Меган неугодна королевским подданным. Кстати, на этот парад королевских военно-воздушных сил детей Кембриджа не пустили на сам балкон, и они смотрели на самолеты из окна вместе с няней. Я засняла этот момент. Шарлотта там просто чики-гел. О ней я тоже буду рассказывать чуть попозже. Кривлялась по-всякому, дирижировала оркестром. В общем, развлекала народ. После столетия военно-воздушных сил я встретила Меган только на Remembrance Sunday Service, где на улице Уайтхолл проходит парад военных, день памяти жертв, погибших в Первой мировой войне и во всех остальных войнах, где принимала участие Великобритания. Она присутствовала на балконе напротив памятника Кенотаф. Принц Гарри присутствовал внизу, возлагал венки. И вот в тот момент она уже была беременна, и видно было, что ей очень некомфортно находиться на балконе. Вместе с женой президента Германии Эльке Бюденбендер вот ее так поставили на второй балкон. Рядом с королевой находились Кейт и Камилла. Тоже как-то не очень с ней обошлись, но тут конкретно все было по протоколу. Рядом с королевой стоят будущая королева и через одно поколение королева. Поэтому как бы Меган не дотянула. То есть там, по-моему, по 3 человека должны стоять на балконе. Ну, нету больше места. Не было больше места для Меган. Ну и выглядела она жалко. Видно было, что у нее токсикоз. Ей было не по себе, тошно, дурно. И только когда она смотрела на Гарри, и, видимо, он смотрел на нее в ответ, она немножечко улыбалась. Ей нужна была именно поддержка своего мужа вот на таком вот огромном мероприятий, где тысячи глаз смотрят конкретно на нее, как она себя ведет на
первом в ее жизни Remembrance Sunday сервис. Тоже как бы люди не очень доброжелательно отнесли. Говорили, что она и шляпка у нее какая-то дурацкая, и выглядела она не очень, и вообще ей все это как фу по барабану. Нет, на самом деле у нее просто был токсикоз, и ей было очень неудобно стоять. У меня такое впечатление складывалось, что у нее подкатывало там, и она вот-вот выбежит с балкона, чтобы, не дай бог, на людях ничего не произошло такого из ряда вон выходящего. После этого я уже не видела Меган до рождения ребенка. Ребенка она тоже рожала не так, как Кейт, не в главном медицинском учреждении, где рожают вся королевская семья. Это на Паддингтон Сан Мари Хоспитал. До последнего было неясно, где она будет рожать. Говорили, что она будет рожать дома, чтобы подальше от СМИ, от всех людских глаз. И получилось так, что она родила в госпитале, в который даже никто не мог подозревать, что она туда приедет. В этот день, когда она родила, 6 мая 2019 года, я услышала новость и уже по привычке, как я делала на все роды Кейт, побежала к Букингемскому дворцу снимать вот этот вот анонсмент, где говорят, сегодня герцогиня Сассекская родила сына. И вот как раз в тот момент, когда ее выносили, я была там. И только мне из прессы, помимо BBC, удалось снять весь этот процесс на видео, как это все происходит, потому что всех остальных фотографов поместили в стороне, куда, в принципе, и должны были вынести эту шильду, но потом что-то в последний момент переменилось, и прямо напротив меня ее поставили, эту табличку с королевским заявлением о том, что родился принц Арчи, как его потом впоследствии назвали. Также люди негодовали то, что она скрывает ребенка, то, что она не хочет выставлять его на показ. Я понимаю, Меган — это личное такое событие, и она не была готова к королевской жизни, как Кейт всю жизнь готовилась. Она не была готова к тому, что будет чересчур много внимания. Да, было какое-то внимание, она была селебрити в своих кругах. Но такого вот мирового общественного внимания она, наверное, не ожидала. И поэтому, видимо, сломалась или вот на грани слома они уехали на это Рождество в Канаду. И там уже решили, что будут жить на два дома в Северной Америке и в Великобритании. Немножечко помогать в каких-то делах королеве и больше вести какую-то свою независимую от королевских протоколов и почестей и мероприятий жизнь. После родов еще один раз на праздничном параде в честь королевского дня рождения я видела Меган и Гарри. Они уже ехали вместе в одной карете с Камилой и Кейт. Я, кстати, когда снимала Кейт и Камилу, я думала, Меган и Гарри будут во второй карете и даже не увидела, что они едут задом. А потом кто-то из толпы рядом со мной сказал, а это же Меган и Гарри едут вон-вон. Я обратно камеру смотрю, они действительно сидят задом и общаются с Кейт и Камилой. Тоже было интересно. Меган опять осудили за то, что она была в каком-то темно-синем, бабушкином таком наряде. Какая-то была накидка с такими плечами. Ну, чтобы не замерзнуть, все-таки человек после родов еще организм ослаблен, а было немного прохладно. И как бы осудили за то, что опять в темном. Теперь уже плечи закрыты, но все равно людям не угодно, потому что выглядела она как старуха-шипокляк в бабушкином каком-то наряде. В общем, что ни сделай, везде Меган виновата. После чего они опять вышли на балкон Букингемского дворца. В этот раз они уже стояли в стороне от Кембриджа. Кембриджи представили своего последнего сына Луи уже на параде. Это одна из традиций, как бы представлять своего нового ребенка, там, когда ему исполняется 2-3 года, выносить на руках и показывать ребенку, якобы, вот какие самолеты пролетают. Там над Букингемом летят самолеты в честь праздника, в честь дня рождения королевы, официального дня рождения королевы. На балконе она уже стояла, кстати, без этой накидки, и когда они собирались уходить, Гарри сделал Меган замечание, чтобы она пропустила королеву, потому что первая, по идее, уходит королева с балкона, а потом уже вся королевская семья и королевская свита за ней. И после родов, после этого мероприятия, я их встретила уже в июле, на премьере фильма «Король лев», который был, в принципе, первым официальным выходом в свет Меган и Гарри.
после родов. Там она вышла, опять же таки, в черном платье, которое с ног до головы обкакали все, кому не лень. Полненькая и, в общем, обтянутая, говорили люди, как сосиска. Ничего подобного, как бы все было очень красиво и достойно, она вела себя очень прилично. Не вижу я никаких замечаний и нареканий в сторону Меган, но достали. Люди реально ее достали, достала пресса, достали все своими ужимками, умовками и этими еще скандалами, которые ходили в прессе, что между Кембриджами и Сассексами война. Не думаю, что там какая-то война, но, может быть, были какие-то недомолвки или какие-то недовольства со стороны Кембриджа, но это вполне нормально для каждой семьи. У всех дома всегда происходит что-либо хорошее, что-либо плохое, и это нормально, и это жизненно. Поэтому, в принципе, я рада за них, что они сделали шаг в пользу отказа от королевского престола. Конечно, это все еще очень долгий процесс, королева еще не приняла решение, и непонятно, как они будут жить дальше. Я думаю, что принц Гарри и Меган Маркл будут более счастливы вне королевской семьи. Если бы Меган затравили бы как принцессу Диану, мы бы, возможно, не избежали, опять же таки, плачевного конца. А пока я надеюсь, что они будут счастливо жить у себя в каком-то доме, заниматься каким-то бизнесом и развиваться уже как обычные простые люди и растить принца Арчи, а возможно еще кто-то появится в скором будущем. Поживем, посмотрим. Пока, на этом все. До новых встреч!